Весь прошлый год мы читали новинки мировой литературы. 50 самых ярких печатных премьер 2015-го мы представили вам в рубрике «Книжная полка». А сегодня хотим отметить пятерку наших фаворитов. Итак, неожиданный дебют. Саратовский автор Юрий Жук со своей литературной инсталляцией «Между Сциллой и Харибдой» покорил книжные просторы далеко за пределами региона. Фантазия на тему устройства небесной канцелярии и вертикаль власти создателя с юмором и стёбом. Да, удивился молодой человек, вот незадача. Опять техники напортачили. Ну ничего, не проблема, мы с вами и так сможем. Смелее. И молодой человек шагнул к двери и спокойно прошел сквозь нее. Вечный спор, что было раньше, яйцо или курица, и что лучше, фильм или книга. После триумфального шествия «Земли будущего» в российских кинотеатрах настало время одноименной книги. Девочка-подросток и изобретатель отправляются в очень опасное путешествие, чтобы раскрыть секреты места, существующего вне времени и пространства. Кино не будет, будет книга. Новый сборник рассказов знаменитого сербского кинорежиссера, музыканта и писателя Эмира Кустурицы «100 бед» стал сенсацией литературного сезона в Европе. В этих историях Кустурица словно оживляет магическую атмосферу своих знаменитых фильмов. Преклонение перед историей, уважение к культуре. Всеми этими редкими сегодня чувствами пропитан новый роман финалиста русского букера Петра Олешковского «Крепость». Книга, насыщенная величием прошлого и мелочностью настоящего. Трагический роман будет интересен не только тем, кто любит покопаться в прошлом. Аккуратно зачищенный профиль был совсем не похож на жирные прослойки угля и золы. Остатки монгольского пожарища в Деревске. Но в нем также притаились безлюдие и смерть. «Убить пересмешника» 20 лет спустя. Пожалуй, главным открытием года стало неизвестное произведение Харпер Ли «Пойди, поставь сторожа». Как выяснилось, именно эта книга была написана сначала. Но по просьбе редактора в «Пересмешнике» автор перенесла героиню в детство и серьезно изменила концепцию, обеспечив своему творению славу символа американской демократии. И вот вновь обнаруженная оригинальная история переворачивает весь этот безупречный мир с ног на голову. Хотите почитать? Этим книгам точно место на ваших полках.